Всем привет, дорогие друзья! В эфире Rain Game Studio, и у нас очередной ролик из цикла «Делаем клон Divinity на Unity». Сегодня я хотел бы поговорить про свободные атаки, то есть когда мы просто подходим и без пошагового режима кого-нибудь чего-нибудь бьем. Видео, скорее всего, получится достаточно длинным, поэтому если я не затуплю и не забуду, то я сделаю тайм-коды. Если я затупил и забыл, то напишите мне об этом, и я добавлю их потом. Давайте я в первую очередь покажу, что у меня получилось, а потом уже мы пошагово разберем, как у меня это получилось. Так, вот у нас, собственно, тут ничего не изменилось. Есть персонаж, он ходит, но появилось отображение здоровья объектов, если у объектов вообще есть здоровье, да, при наведении мышки. И если нажать Ctrl, то появляется меч, соответственно, можно произвести атаку. Урон наносится, предмет разрушается. Более того, если в этом предмете что-то лежит, то есть если из него можно что-то достать, то после его разрушения содержимое падает на пол. Вот, кусок мяса там лежал, можно его подобрать. Собственно, какие задачи перед нами стоят для реализации того, что мы только что увидели? Первое, что я сделал, это, собственно, прогресс-бар, вот этот вот, который хп-бар, наверное, правильнее назвать его в данном случае. Посмотрим, как он сделан. Данный компонентик, не компонентик, а объект на сцене представляет из себя панельку, внутри которой еще три элемента. Это текст, на котором отображается текущее значение. Это красненькая вот эта вот штучка, и это беленькая вот эта вот штучка, которая убавляется плавно, то есть красная моментально вылетает на то значение, которое будет получено. Беленькое создает эффект такой плавной анимации, как будто все это дело уменьшается. Я не помню, честно, как это было в Divinity. Этот эффект я стырил из Baldur's Gate 3. Возможно, в Divinity было так же, может нет. Мне, честно говоря, впадлу залезать. Но давайте посмотрим, как это работает. То есть у нас есть компонент Progress Bar. Я решил, что я сделаю универсальный компонент, который можно будет использовать в том числе там, для отображения загрузки сцен, для подгрузки каких-то ассетов, еще чего-то. И вот в данном случае для отображения здоровья объектов и врагов. Ну, не обязательно врагов, и друзей. В общем, чего угодно, у чего есть здоровье. Посмотрим на сам класс. Он прост, как 3 рубля. Здесь у нас есть наши именно картинки, которые мы будем расширять, сужать, текст, который мы будем рисовать, и есть значение максимальной ширины. Максимальная ширина указывается вот от той, которая у нас помещается внутрь вот этого вот безобразия. То есть если у нас здесь 500, ну, пикселей, наверное, это в пикселях, да, у нас, то максимальная ширина у меня указана как 496, потому что я сделал небольшой зазор, да, по 2 пикселя с каждой стороны, чтобы вот эти вот красно-белая штука, они были не, ну, не заполняли края границы. Тут у меня типа красивая фигня какая-то отрисована с границей. Вот, а были именно внутри нее. Это значение будет использоваться для того, чтобы внутри формулы рассчитывать, какая ширина должна быть сейчас, в зависимости от значения той величины, которую мы, собственно, пытаемся отобразить. И у нас есть как раз-таки текущее значение, максимальное значение и рассчитываемая ширина. Дальше у нас идет метод setObservableObject, который принимает на вход iProgressObservable. Это я просто сделал небольшой интерфейсик. Решил, что все-таки мы будем пытаться хотя бы следовать принципам OOP. И, ну, у нас здесь зависимость, да, от абстракции реализована. Этот интерфейс обязан иметь внутри себя метод, то, что внутри него обновилось значение, и не метод, а событие. И
два события о том, что мышка на предмет наведена и убрана из него. Почему? Потому что отображение этого объекта на экране происходит именно по наведению мыши. Два метода: получить максимальное значение, получить текущее значение. И этот интерфейс я имплементировал, в частности, в своем классе itemInfo, который я показывал когда-то очень-очень давно, который висит у меня на всех абсолютно интерактивных объектах. У нас, получается, есть глобальный объект интерфейса, и у него есть класс, который всем этим безобразием заведует. И внутри него мы как раз-таки подписываемся на события наведения мыши и убирания ее с объекта для того, чтобы показать, скрыть прогресс-бар. И что у нас здесь есть? То есть, если у нас передается некий объект, сюда может передаваться null, это делается для того, чтобы прятать этот прогресс-бар в случае, если объект уничтожается. То есть, когда объект разрушается, GameObject уничтожается, соответственно, при передаче параметров туда-сюда, это может все привести к тому, что к тому моменту, как это работает, это событие, объект из памяти уже уничтожен, Unity будет ругаться. В общем, оно в итоге все равно сработает, но консоль засыпется ошибками, и вообще это не очень красиво, поэтому мы позволяем в эти методы передавать null. Что здесь происходит? То есть, если у нас есть прогресс-бар. Прогресс-бар в данном случае это просто компонент, тот самый, который мы только что смотрели, то мы ему передаем наш item и делаем саму панельку активной. Что происходит здесь? Здесь мы запоминаем максимальное значение, запоминаем текущее значение. Если вдруг по какой-то логике максимальное значение меньше, чем текущее, мы одно к другому приравниваем, чтобы не было безобразия с перерасчетами. Дальше вызываем метод о том, что значение-то у нас, оказывается, было обновлено. И на этот же метод мы подписываем, мы подписываем на событие. Здесь стопаю корутину на тот случай, если она уже запущена, чтобы не запускалось несколько экземпляров одной карутины. Эта карутина как раз для вот этого вот красивого, плавного убавления белой подложки. Она запускается в итоге. В конце и только в том случае, если объект сейчас в нашей сцене активен, потому что карутины работают только с активными объектами. В противном случае Unity ругается, будут ошибки и бла-бла-бла, вот эта вся история. Здесь у нас стандартная пропорция считается, то есть учитывается ширина в зависимости от максимально возможной ширины, максимального возможного значения и текущего значения. И красненькой нашей полосочке сразу же устанавливается ширина. Затем у нас беленькая полосочка проверяется, ее ширина. И если вдруг у беленькой полосочки ширина меньше, чем у красненькой, мы ее подгоняем одну под другую, а потом запускаем ту самую корутину, которая в свою очередь просто плавненько все это дело через lerp убавляет. И еще у меня здесь есть onDisable. В момент, когда у нас этот объект дизейблится, то есть в тот момент, когда мышка с объекта убирается, мы сразу же подгоняем ширину нашего беленького фона под ширину нашего красненького фона, потому что в противном случае возникают артефакты, когда мы убрали мышку, объект, соответственно, стал неактивным на сцене, соответственно, карутина работать перестала, и мы наводим мышку обратно, и у нас получается, что белая не доубралась, не доспряталась. Собственно, с прогресс-баром на этом все. Дальше будет следующий шаг, который было необходимо реализовать. Это анимация удара и синхронизация нанесения урона с анимацией. Это самое слабое место, самое убогое место, мне кажется. Unity вообще не предназначена для этого, потому что в Unity есть всего два метода синхронизации каких-то событий или вызовов методов с анимациями, и оба они убоги и кривы. Первый метод стандартный — это когда у нас в анимации создается event, вот здесь вот кнопочка, и там указывается метод, который нужно дернуть. Но это рабочий метод. Его, например, достаточно
легко использовать там для каких-то простых вещей, типа звук шагов, еще чего-нибудь такого вот. То, что работает внутри текущего объекта, и, в принципе, можно пользоваться этим. Но конкретно в данном случае мне показалось, что это просто архитектурно не очень красиво, поэтому я воспользовался вторым методом. Это так называемые поведения. Так, вот у меня здесь мой аниматор, и у него используется вот State Machine Behavior, наследник класса State Machine Behavior, у которого есть, соответственно, сообщение, месседжи стандартные, по стандартной монобехевовской истории, да, вызов вот этих вот сообщений, методов. Здесь, соответственно, я использую метод OnStateExit, и у меня была анимация удара ногой, мне пришлось ее распилить на две части, и, ну, то есть, по совести, это одна анимация, просто распилена на две части, до того, как нога долетает до цели, и потом, когда персонажу ее убирает. И вот в тот момент, когда у меня происходит OnStateExit, то есть последний кадр отработки этого самого удара, я вызываю событие, что атака закончена, и передаю в нее текущий аниматор. Он проверяется. Здесь у меня есть соответствующее событие, где проверяется, имеем мы дело с текущим аниматором или нет, и если да, то наносим урон. Сейчас просто урон 10 наносится, и после этого мы сразу же отписываемся от этого события обратно. Подписка происходит вот здесь, в том случае, если тип взаимодействия с объектом у нас атака. Типов взаимодействия с объектом у меня 3, раньше было 2, и здесь был просто if. Сейчас их стало 3, поэтому я переписал на switch. То есть это либо перетаскивание объекта, это, соответственно, взаимодействие с ним. То есть если там сундук, то залезть в него, если это предмет, то подобрать его. И если это атака, то, соответственно, ударить его. Здесь просто аниматору передается триггер. Здесь уже отслеживается, когда анимация достигнет нужной точки, и наносится урон объекту. Что происходит внутри нанесения урона? Это третья часть, очень важная, которая была сделана. Это разрушение. Разрушение объектов и вываливание всего, что там внутри них, на дорогу. Нанесение урона максимально примитивно. Мы просто удаляем текущее хп, и если вдруг оно стало меньше нуля, то оно равно 0. Вызываем событие о том, что значение было обновлено. Это для перерисовки интерфейса. И если вдруг выясняется, что current хп равно 0, то мы вызываем событие is dead, да? То есть, что объект мертв. Его, в свою очередь, отрабатывает другой компонент, другой класс. Вообще, ну, я пытаюсь распределить все это дело под разными классами, чтобы, ну, хоть немножечко преследовать какие-то принципы ОП, но в данном случае item info у меня уже давно нарушил принцип единичной ответственности, там уже вообще какая-то жопа творится, но хотя бы поведение за разрушение я вынес в отдельный класс. Достаточно простой. У него у нас есть префаб разрушенного этого же объекта. То есть вот ящик, который я показывал, что он разваливается на кусочки, это просто отдельный префаб. Этот же ящик, это же моделька ящика. Вот если вы увидите ее сетку, да, он разрезан на куски. На самом деле это 4 куска. Здесь вот у меня даже одного полигона не хватает, но не принципиально. И сделана анимация того, что он просто разваливается, а по окончанию анимации, как раз в данном случае, кстати говоря, вызывается event, destroy it event, да, это просто уничтожение GameObject, то есть анимация отрисовалась и объект уничтожился со сцены. Что еще делает этот класс? То есть здесь у нас есть тип того, что происходит. То есть ни черта не происходит, то есть объект просто разрушается. Он выбрасывает то, что внутри него, или он отпускает, грубо говоря, то, что внутри него. Этот третий тип нужен для таких объектов, которые внутри себя содержат
субстанции, например, бочки. То есть вот сейчас давайте мы продемонстрируем, как это работает. Under lock and key. Бочка. Это бочка с маслом, вроде как. Давайте попробуем ее ударить, посмотрим, что получится. Херакс, и у нас вот тут масло разлилось. Кстати говоря, я победил эту срань, а именно распределение поверхностей. Но тут есть еще что доработать, как минимум красоту навести, потому что сейчас это не очень похоже на пятно масла. Но тем не менее, но об этом мы поговорим в следующем видео. Я отдельное видео этому посвящу, потому что там много алгоритмов. Но тем не менее, вот третий вид типа того, что может делать объекта разрушаемый процессор, broken процессор, это как раз для этого. И для этого же вот у нас есть свойство release object. Там у меня размещается на бочке prefab именно того объекта, который занимается просчетом сетки поверхности и ее генерацией. Потому что это процедурно сгенерированный mesh, эта сетка. Внутри что интересного у нас? Внутри у нас на самом деле мало интересного. На старте мы просто получаем item info и подписываемся на событие, мертв ли объект. Если мертв, то смотрим, если у нас есть prefab broken вариант, мы его, соответственно, размещаем на сцене, потому что в принципе его может и не быть, и тогда просто после умерщвления объект исчезнет. Дальше мы идем по вот этой вот перечислению по енамке broken behavior type, и у нас есть drop contact, соответственно, мы идем в box and door info. Это класс, который отвечает за хранение объектов. В нем, соответственно, мы оттуда достаем все элементы, которые там в нем хранятся, получаем их и подгружаем из addressable prefab. И размещаем его на сцене. Сейчас он размещается просто по тем же координатам, где был разрушенный объект. В идеале здесь сделать небольшой разброс, потому что если объектов будет несколько, то они все будут в одной точке копиться, это не очень красиво. Но это уже украшательство, это уже мелочи. Какая-то ерунда недописанная. Вот, если у нас, соответственно, идет речь о разливании содержимого, то мы точно так же инстанцируем объект, но уже положенный в переменную release object, а не broken object. И дальше тут важно, то есть уничтожается коллайдер, уничтожается navmesh obstacle. Зачем? Потому что алгоритм расчета поверхности учитывает вот эти вот препятствия, и они просто будут мешать элементарно нашему алгоритму просчитываться, поэтому они уничтожаются заранее. Хотя Unity достаточно хитрая, и она даже после вот этого вот все равно еще там какие-то доли секунды о них помнит, и математика ломается. Поэтому я здесь сделал не просто start generation, а start delayed generation, и здесь банально тупо запуск корутины, которая ждет 1/10 секунды и только потом вызывает расчет сетки. Но об этом мы поговорим в следующем видео, как я уже говорил, да. Что еще у нас тут есть интересного? Из интересного, уже не по теме, я полностью переписал управление на Unity Input System новый. Стало лаконичнее и красивее, хотя местами все равно, конечно, это еще не идеальный вариант, но лучше, чем было явно. Ну и как вы могли заметить, появились курсорчики, то есть в item info появились два поля, это стандартный курсор и курсор во время атаки. Они, что они?
Они вот просто, тут стрелочка, тут меч. Если, допустим, на овцу навести, то там появится знак диалога. То есть такие вот простые вещи. Если там на что-то, что можно подобрать, то, соответственно, рука, то, что ее можно подобрать. Ну, мясо подбирается. И как я это сделаю? Вот, собственно, и все. И все из того, что было сделано новое. Как всегда, если вдруг в процессе просмотра видео вы пришли к выводу, что я втираю вам дичь, не стесняйтесь писать об этом в комментариях. Я с удовольствием читаю все и ни капельки не настаиваю на том, что мое мнение единственно верное. Но вот до таких решений я дошел и надеюсь, вам они будут полезны. Как обычно, в описании ссылки на всякие полезные штуки, потенциально полезные, там, типа моей группы ВКонтакте, страницы Boosty, где, если вы меня вдруг захотите поддержать, я буду вам признателен. Еще есть телеграм-канал, но там никого нет и там ничего не происходит. Ролики выходят в первую очередь на Boosty. Через день-два после выхода на Boosty они выходят в ВК-видео. И еще через день-два они выходят на Ютубе. Соответственно, можете выбрать для себя ту площадку, которая вам больше нравится, или ту, где быстрее. Если вдруг вы хотите видеть видео в первых рядах, но с учетом того, что я их делаю примерно раз в полгода, наверное, это не то чтобы там сильно важно, разница в два дня. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.